Всем привет! Сегодня приготовим вкусную сочную грудку индейки. Первым делом разрезаем грудку. Режем вдоль, не дорезая до конца. Посыпаем мясо солью, сушеным чесноком и черным молотым перцем. Хорошенько натираем и даем мясу отдохнуть. Затем любой твердый сыр натираем на крупной терке. В середину мяса посыпаем половину сыра. Тонкими пластинками нарезаем шампиньоны и помидор. Нарезанные грибы и помидоры выкладываем сверху. Кладем вторую часть сыра и складываем грудку пополам. Скрепляем края мяса плотно зубочистками. Чтобы запечатать в мясе сок, обжариваем грудку на сухой сковородке с двух сторон до золотистой корочки. Выкладываем грудку в форму для запекания. Поливаем сверху оливковым маслом. Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку. Запекаем 20 минут на 180 градусов. Готовое мясо достаем из духовки и можно подавать на стол. Вкусное, сочное и нежное. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения. Готовьте с удовольствием.